бог мудрости. Куда бы мы ни взглянули, во всем видна Божья мудрость. Исследуйте свойства воды. Эта изящная молекула жизненно необходима. Поэтому наш щедрый Бог покрыл водой 4/5 поверхности Земли, собрав ее в реки, озера и моря. Вода создана как совершенный источник для поддержания жизни каждой клетки и каждого существа. Она идеальный растворитель, охладитель и переносчик. Попытайтесь изучить мир насекомых. Каждое из этих поразительных творений обладает нереальными способностями, далеко превосходящими все, что когда-либо было создано человеком. От изящных до сложных, все Божьи создания провозглашают Божью мудрость. Дает снег, как волну, Псалом 147. Тысячи лет назад Бог спросил Иова, входил ли ты в хранилище снега? Однако ни один человек в то время не знал ничего о том, какое сокровище представляет из себя снег. Сегодня, благодаря изобретению микроскопа, мы можем во всей полноте оценить эти изысканные кристаллы. Перед вами настоящие кристаллы снега, которые невредимыми достигли Земли. Кристаллы снега формируются в облаках, где водяные пары конденсируются и принимают форму льда. По мере роста кристаллов появляются потрясающие образцы. Сложные и симметричные. От их красоты захватывает дух. Иное впечатление производит искусственный снег, изготовленный человеком. Он не имеет ничего общего с замысловатой структурой настоящих кристаллов снега. Кристаллы снега состоят из поразительных молекул воды. Каждый атом кислорода несет в себе небольшой отрицательный заряд и скреплен с двумя положительно заряженными атомами водорода, что позволяет им располагаться под углом 104,5 градусов. Когда молекулы достигают температуры замерзания, находящиеся внутри них положительные и отрицательные заряды притягиваются, соединяя их друг с другом. Это источник энергии. И взгляните, какую форму Бог дал этим водяным молекулам. Собираясь вместе, они образуют кристаллы необыкновенной красоты. Каждый из них уникален. Каждый — отражение божественного мастерства. Ежедневно, к нашему удивлению и радости, на землю падает триллионы прозрачных божьих сокровищ, и среди них не найдется двух абсолютно одинаковых. Я верю, что Бог заложил в каждую молекулу воды форму шестигранника, именно из-за того, каким способом они должны соединяться вместе. Кристаллы приобретают шестиугольную форму в процессе соединения молекул и разрастаются от центра к периферии. Каждая снежинка буквально состоит из миллионов молекул воды, хотя процесс их роста происходит строго в определенном образом. Проходя через облака и падая на землю под воздействием различных температур, снежинки принимают самые разные формы, поэтому каждая снежинка немного отличается от другой. Каждый кристалл имеет вид шестигранника и демонстрирует изумительную симметрию дизайна. Действительно, существует сокровище снега, как и сказал Бог 4000 лет назад. Особенно восхищает меня два факта относительно снежинок. Первый — это их красота. Присмотритесь, и вы увидите эти узоры, их плоскую поверхность, их структуру. Существует более сотни основных видов кристаллов снега. Какая красота! Это говорит мне кое-что о Боге. Это говорит мне о том, что Бог любит прекрасно, и Он любит меня. Он окружает меня этой красотой, чтобы я мог ей любоваться. И мне это нравится. Второе, что восхищает меня, это порядок в структуре снежных кристаллов. То, как отдельные молекулы соединяются в одно целое, они снова и снова соединяются по одному устойчивому образцу, убеждая меня в том, что все это задумано Богом. В этом есть и духовный смысл. Как одна снежинка отличается от другой, так и каждый человек, каждая душа уникальна и важна для нашего Господа. Так же, как и снежинка, созданным Его любящей рукой, Он предназначил каждому человеку быть отражением Его славы. По сравнению со всем остальным творением, снежные кристаллы очень просты,
Однако, великий архитектор ежедневно создает их в бесчисленном количестве. Такая внимательность — несомненный признак его заботы о нас. Бог заложил не только в кристаллы снега, но и во все другие молекулы и системы различные взаимные связи и процессы, которых мы еще пока не понимаем. Это одно из причин, почему я стал ученым. Мне нравится узнавать, как все устроено, как функционирует, и применять к этому математические формулы. Я чувствую при этом, что я, если можно выразиться, прикасаюсь к самому Богу.